Жизнь таллинцев легче не становится. Инфляция не снижается, число обращающихся за помощью городу растет. Таллин задавал вопрос об увеличении прожиточного минимума правительству. Официальное обращение делалось и к социальной комиссии Риги Когу. Последний раз прожиточный минимум поднимался со 150 до 200 евро. Однако этого все равно катастрофически мало. Основной посыл обращения города таков. Государство должно разработать систему, которая бы основывалась на анализе ситуации и введении ежегодного индексирования прожиточного минимума. Эта система могла бы гарантировать более адекватный прожиточный минимум. Однако обсуждение возможного повышения прожиточного минимума правительством отложено. Раньше 2025 года анализа не будет. Как жить людям, которые находятся на грани абсолютной бедности до 2025 года, к сожалению, в ответе не значилось. Последние исследования также показали, что в Эстонии вырос уровень абсолютной бедности. И для того, чтобы сальная система была действенна, нужно вовремя предоставлять помощь тому, кому это больше всего нужно. Таллин не оставляет нуждающихся без помощи, вновь напоминая о возможности получения пособия, зависящего от дохода. У этого пособия более мягкие критерии. Если прожиточный минимум 200 евро, то здесь 300 евро. Это предел дохода, который учитывается при назначении этого пособия. Но и о приятном. К началу мая Таллин преобразится. Улицы будут вымыты, выбоины заделаны, заработают городские фонтаны. А уже 15 мая, в День города, в Таллине ежегодно вручат награды самым достойным горожанам. Сегодня стало известно, кого предложено наградить в этом году гербовым знаком Таллина и знаками отличия. Город представил список из десяти кандидатов. Каждый из них внес значительный вклад в продвижение Таллина. Лишь несколько имен театральный деятель Петер Ялакас, бывший директор архитектурного музея Трин Ояри, активист сферы развития городского пространства Томас Павер и другие уважаемые горожане. Среди тех, кто также представлен к награде, люди самых разных профессий. Эндокринолог Юля Эйнберг, легендарный боксер Юрий Торберг, педагог Дмитрий Рыбаков, бизнесмен Гуйдо Перниц, журналист Андрей Титов и другие. Главной наградой, гербовым знаком, будет награжден, пожалуй, самый известный архитектор Эстонии Райне Карп. Стоит только вспомнить, какие строения нашей столицы принадлежат его авторству: здание главпочтамта, национальная библиотека, некогда украшавший центр Таллина культурный центр Сакала, а также Горхолл, судьба которого в свете смены власти вновь может оказаться под большим вопросом. Илья Бань Петр новости Таллина.